поселке Октябрьский состоялась встреча с жителями. Глава городского округа Владимир Ружицкий и сотрудники администрации ответили на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан. В преддверии 1 сентября у люберчан остро стоит вопрос дошкольного и школьного образования. В Октябрьском на капитальный ремонт закрыли детский сад номер 12. Приступить к реконструкции должны были в 2021 году. Однако из-за отсутствия финансирования работы перенесли на следующий год. Тогда задаю вопрос следующий. Зачем тогда вообще было его закрывать, этот 12-й детский сад, для того, чтобы уплотнить все группы, сделать по 50 человек? Чтобы перейти в режим реконструкции детского садика, надо делать экспертизу, надо делать проект, потому что капитальный ремонт, и тогда выделять деньги. Чтобы эти все процедуры выполнить, надо было его закрыть. Это чистая процедура, чисто строительная. Здание по результатам экспертизы было признано аварийным. И мы не могли допустить, чтобы туда ходили дети. Еще один вопрос, который волнует жителей – здравоохранение. В Октябрьском планируется строительство поликлиники на 500 посещений в смену для взрослых и детей. Проектные работы и подготовка земельного участка начнутся в 2022 году. До окончания строительства 2025-2026 год. Да, АКВ – это серьезнейший объект. Это же не просто домик, это с оборудованием. В конце встречи жители смогли лично пообщаться с заместителями главы городского округа. Все вопросы занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.